первоначально мы были испуганы в том плане, что на этой площадке работало 8 человек, во главе с мастером 9 человек. Как потом выяснилось, на этой площадке находилось 3 человека. Выполняли работы по котировке доменной печи на высоте где-то плюс 35,5 метров. Нужно было, чтобы передвинуть площадку, застропить эту площадку в 4 точках. Почему-то мастер принял решение ее застропить, значит, в 2 точках. Естественно, от этого, когда ее начали приподнимать, она опрокинулась, и мастер полетел вниз. Естественно, когда он 30 метров пролетел, там уже без вариантов. А 2 человека, которые с ним находились на площадке, они были застрахованы монтажными поясами, поэтому они не пострадали.